Давайте обсудим, как выполняется программа. В скомпилированном коде вашей программы каждой функции будет соответствовать отдельная секция. Адрес начала этой секции – это адрес функции. Тот адрес, который будет подставлен в место вызова вашей функции. Телу функции соответствует последовательность команд процессора, которая получилась после компиляции тела функции. Работа с данными, такие как локальные или глобальные переменные, происходит на уровне байт. Никакой информации о типах нету, они существуют только на момент компиляции. В процессе выполнения адрес каждой следующей инструкции хранится в специальном счетчике в регистре процессора, который называется Instruction Pointer. Соответственно, при выполнении инструкций этот регистр увеличивается, и таким образом инструкции выполняются последовательно. В тот момент, когда встречается некоторая специальная инструкция, ну, например, это может быть условный переход или вызов функции, Instruction Pointer изменяется, и выполнение переходит на другую инструкцию, которая может быть в другом месте программы. Например, при вызове функции Instruction Pointer переводится на адрес начала функции.